Да не только Вася, блин. На самом деле сегодня в мире существует более 180 разновидностей гармошек. Музей, и он является самым крупным музеем в мире, который рассказывает. Идите сюда. Видите, здесь баян, правая клавиатура. Вы видите, что... А что он такой маленький? Ну, он, не, в общем-то, не маленький. А, видите, три ряда, сверху вниз, если выделить. Видите, да? Раз, два, три. Можно вопрос? А вообще... Украшали по-разному, звучали они по-разному. И нельзя сказать, что только такие. А как вот этот? А мы потом вопрос. Хорошо? Так вот, видите, три ряда. Это как раз говорит о том, что перед вами баян. Теперь посмотрите на гармошку. Вот она перед вами. Вы видите правую клавиатуру. Всего лишь два ряда. И это свидетельство того, что перед вами гармошка. И одновременно вы сами задаетесь такой мыслью. Здесь больше кнопок, здесь меньше. Значит, там, где больше, больше возможностей. Так вот, вы видите, здесь еще и помимо белых кнопок еще и существует черный. Имеется такое? Ребята, если вы посмотрите на гармошку, то увидите только белый. Отойдите. Это свой народный самобыт. Вы знаете, орландского тетаревца. Он работал, конечно, над конструкцией баяна, но конкретно занимался звуком. Он хотел, чтобы баян звучал... Это гармоника, понимаете, кто-нибудь? Нас с вами по-своему говорит. Вы отличаете. Орландский титарь. Для нас этих баян это были гармошки. Поэтому перед вами гармоника флейта. Ниже вы спрашивали, что это такое. Это гармоника. Сядьте, пожалуйста, дети, все свои родители.